На лыжной базе «Динамо» в Ульяновске прошли первые межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Участники разыгрывали призы начальнику УМВД России по Ульяновской области. Спортсмены боролись за высшие награды в личном и командных зачетах. Взяли спортивный возраст из лыжных гонок. Это юноши и девушки 2008-2009 года рождения и также юноши и девушки 2010-2011 года рождения. Сегодня на старт заявилось у нас 88 участников. Из них первого разряда взрослого 25 спортсменов. Дистанций было несколько, от 2,5 до 5 километров, в зависимости от возрастной группы. Конкуренция среди спортсменов высокая, большинство из них – профессиональные лыжники, имеющие соответствующий разряд. Многие не первый раз становились призерами межрегиональных и всероссийских стартов. Один из участников – Илья, в лыжном спорте 3 года, за это время не раз занимал призовые места. У спортсмена вся семья на лыжах, от этого у юноши хорошая мотивация к спорту. Ну, вообще, если честно, то лыжи я выбрал, потому что мой брат Сергей Павел, он выполнил кандидат в мастера спорта, и из-за этого надо стремиться. Все мои братья, все дяди, тети, все на лыжах. Ну как не пойти на лыжи в таком, если такое количество людей на лыжах? На всех этапах спортсменов поддерживали зрители. По итогам соревнований в командном зачете первое место взяла команда из Ульяновска. Серебро досталось ребятам, представляющих наш регион. А бронзу оказалось у Республики Татарстан. Кирилл Савосин, Управда ТВ.